утро. Доброе утро. Меня зовут Мансур. Я являюсь шеф-поваром гастропаб улица Мясная. Сегодня мы с вами приготовим филе форели на подушке из цукини. Для этого нам потребуется филе форели, цукини, лимон, натертый сыр пармезан, петрушка, сливки, оливковое масло, сливочный соус, апельсиновый соус, морская соль, черный перец. Итак, мы начнем нарезать кубиками цукини. Затем маринуем филе форели. Для мариновки нам потребуется морская соль, черный перец, оливковое масло и лимон. Берем черный перец. Потом соль. Затем лимонный сок. Далее нам понадобится оливковое масло. Филе форели замариновали, а теперь будем жарить. На разогретую сковородку наливаем масло оливковое. Теперь выкладываем форель от себя. Затем сливочное масло и тимьян. Для вкуса нам понадобится морская соль. Затем черный перец. Затем сливки. Затем петрушка. Пармезан, сыр. Все готово. Вот мы пожарили филе форель и цукини. Теперь выкладываем на тарелку цукини. Затем филе форели. Итак, украшать начнем. Берем сырный соус, апельсиновый соус, затем зелень. Вот наше блюдо готово. С вами был Нурлисулу Мансур, шеф-повар гастропаб улица Мясная. Приятного аппетита всем!